Сегодня ночью во время штурма воинской части в Мариуполе Донецкой области, по предварительным данным, были убиты трое нападавших боевиков и 13 раненых. Задержаны 63 вооруженных активиста. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей страничке в Фейсбуке. Совместными усилиями вооружившейся милиции и нацгвардии после короткого боя нападавшая банда была рассеяна, в основном локализована и разоружена, поведал Аваков. Также у нападавших изъяты средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных. А банда нападавших насчитывала около 300 человек. По словам министра МВД, сейчас СБУ вместе с милицией документируют факты. Операция продолжается. Спецподразделение МВД продолжает преследование одной из вооруженных групп. На улицах работают патрули милиции, добавил Аваков.